Об этом шла речь на специальном совещании, которое в администрации Сочи провел заместитель главы города Олег Ясюк. Он поручил профильным управлениям мэрии поторопиться с реализацией тех эскизов, которые были предложены каждому из предпринимателей, собственников складов и баз. Объекты должны быть приведены к единому архитектурному облику в ближайшее время. Сейчас собственниками делаем им эскизы и наводим порядок. Потому что с баз идет это обеспечение продукции, обеспечение сельхозпродукции. Поэтому для нас это очень важно вместе с Пожнадзором, вместе с Роспотребнадзором. И готовимся, конечно, к чемпионату мира по футболу. Поэтому приедут очень много гостей. Все санитарные требования, эстетические требования, все должны быть выполнены. Зашла речь о работе автомоек. Олег Ясюк поручил проверить, не нарушают ли они экологию курорта, куда сбрасывают опасные отходы, установлены ли на моечных комплексах очистные сооружения.